Робот научился читать мысли людей. Результаты машины оказались довольно высокими, от 70 до 97%. Главное предназначение технологии – помощь людям с ограниченными возможностями. Ученые из МТИ и лаборатории искусственного интеллекта, XAIL, научили робота сканировать мозг. Специально для этого был разработан язык, который основан на сочетании мозговых волн и жестов. Создатели технологии заявили об успешных ее испытаниях. Об этом пишет BGR. По словам исследователей МТИ, результаты, которые продемонстрировала машина, колеблются в пределах от 70 до 97%. Идея технологии заключается в том, чтобы машина мгновенно соотносила и интерпретировала движения рук человека и сигналы мозга и реагировала на них определенными действиями. В настоящее время технология находится на начальном этапе разработки. К ней привлекли участников, которые будут носить на себе громоздкие устройства, измеряющие активность мозга и сокращение мускул. К экспериментам подключили робота-гуманоида по имени Бакстер из Resync Robotics. Частично проект финансируется компанией Boeing. Главное предназначение технологии – облегчить управление роботами людям с ограниченными возможностями и пожилым людям. Совместное изобретение МТИ и XAIL должны представить на следующей неделе на конференции Robotics Science and Systems RSS в Питтсбурге. Ранее сообщалось, что работники компании Boston Dynamics выгулили робота-собаку в Ганновере. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.